Доброго вечера всем. В эфире... Да, я, честно говоря, даже не знаю, что в эфире. В общем, сегодня у нас подкаст, посвященный игровым итогам 2014 года и тому, что мы ожидаем в 2015 году. Называется эта штука «На старте». Нас зовут, вот я, например, Павел Сергазиев. Также у нас есть Кирилл Улеско. Всем привет. И Влад Филатов. Да, самый настоящий призрак Рождества. Я пришел за вами, друзья. Ну что, действительно, мы не совсем понимаем, что это такое, но пара слов, да, скажем, что мы те самые три гада, которые вели больше года подкаст «Стартуем» на GSTV. Мы не будем комментировать, что стало с подкастом, вот как хотите, но самое главное то, что мы те самые трое и, следовательно, должны все-таки были подвести какие-то итоги, да и самим нам это, мне кажется, в кайф. Или я не прав? Троим из ларца? Да, да, да. Три гада из ларца. Да. Да, вот так вот. Это вообще замечательно. Да, я помню, кстати, подкаст такой был «Три гада шоу». С Сашей Черным? Нет, но близко, да. Да, ребята там тоже очень-очень нехиленько зажигали. Ну что, у нас на повестке дня две темы. Игры уходящего 2014 года, итоги, и 2015 год, что ждать и чего не ждать. Ну что, давайте начнем тогда с как раз ключевых тайтлов, которые были в уходящем уже 2014 году. И будем постепенно так рассуждать о том, что понравилось, что не понравилось. Ну, вскоре в списке стою я первым, да, назову свой топ-5. Assassin's Creed Unity, Infamous Second Son, First Light, ну, не буду разделять, будем считать это за одну игру, фактически First Light это самостоятельная DLC, но все равно это почти одна игра. Destiny, Call of Duty, Advanced Warfare и Drive Club. Пойду по порядку и буду по паре слов о каждом из тайтлов почему. Assassin's Creed Unity, на мой взгляд, это самый крутой Next Gen этого года. Просто с визуальной точки зрения, по масштабу, по реализации Assassin's Creed Unity никто не переплюнул, но при этом и не переплюнул по количеству багов, глюков и общего такого негатива со стороны как прессы, так и игрового сообщества. Буквально вчера ночью вышел долгожданный патч на 6,5 гигабайт, говорю за себя, за версию для PlayStation 4, который исправил окончательно все недочеты. И теперь это точно самая красивая игра этого года. Ну и при всем при этом Assassin's Creed не потерял свой шарм, а приобрел вот эти вот масштабы, визуализация, да и геймплей, но он немножечко подрос. Поэтому однозначно очень круто и стоит поиграть, если вы еще не поиграли. Infamous Second Son и First Light — это фактически единственная игра про супергероев в этом году. Я не мог обойти игру про супергероев в этом году, ну то есть это невозможно. К тому же Second Son получился очень добротным, крепко сделанным и без особых придирок к нему в плане геймплея, опять визуальной составляющей и всего остального. First Light, на мой взгляд, оказался тоже достаточно интересным. Может быть, не таким крутым, как прошлый DLC, типа Кровавого фестиваля у второй части, но при этом он все равно хорошо смотрелся, это была отличная история, и в это было действительно интересно играть. И потом, да, можно было выбить платину, поэтому вообще без вопросов. Destiny... Самое главное, как же, ну, надо же где-то позадрачиваться, да? То есть ты покупаешь игру за 700 рублей или за 900 рублей в коробке, и... Это оказывается просто небольшое такое DLC самостоятельное, но при этом там можно выбить платину. Слушай, это вот люди вообще обычно платят деньги, чтобы от геморроя вылечиться, а здесь наоборот, чтобы его заработать. Да. Замечательно. Destiny, опять-таки, замечательная игра. Очень-очень-очень все хорошо. Это, на мой персональный взгляд, лучший сетевой шутер этого года. Мы не увидели Battlefield, Call of Duty особо ничем не удивил. И, наверное, Destiny — это вот та штука, которую ты начинаешь играть, немножко поплевываешь, а потом затягивает, и ты понимаешь, что пошел в кач, пошел в рейд, пошел в PvP, и понял, что в PvP тебя нагнули, но зато у тебя быстрее кач пошел. И ты понимаешь, что вот да, и хочется дальше задрачивать, и хочется дальше поиграть. Сначала пройти Землю, потом пройти Луну, потом пройти Венеру, потом пройти Марс, и перемещаться, радоваться, просто погружаясь в мир.
Bungie умеют делать шутеры, действительно умеют делать игры, которые завлекают, и вот эта вот сетевая ММОшная структура меня лично завлекла. Вот сейчас я играю, кстати, можете добавляться PSN, Филатов Лад, если у вас не слишком высокий уровень, ну хотя бы там до 15-го, то с удовольствием с вами побегаю. Вот, причем он играет реально прямо сейчас, то есть он сидит, шпилит, сам языком чешет. Да. Это знаешь, когда я Цезарь, да, Гай Юлий Цезарь, я могу разделяться на много-много вещей. Я одним глазом смотрю на телефон, где список игр, вторым глазом я смотрю на то, что показывает Паша в видео, я играю параллельно в Destiny, еще третьим глазом. А третьим шоколадным глазом ты держишь джойстик. Call of Duty Advanced Warfare, ну тут все очень просто. Лучший кинематографично поданный шутер этого года. Вот заверну вот так вот, потому что не делали раньше Call of Duty таким образом, чтобы сюжетная линия и сюжетная кампания действительно захватывала и смотрелось как неплохой такой среднестатистический боевик. Call of Duty всегда была среднестатистическим боевиком, но никогда не подавалась в формате кинофильма. Здесь же все работает именно в таком ключе, и ты понимаешь, что экзоскелет он не зря. Экзоскелет, кстати, тоже прикольный. Он больше похож на костюм из Crysis, нежели на вот вариации Titanfall какого-нибудь. Это тоже очень круто, они молодцы, движутся однозначно в правильном направлении, и чувствуется, что в следующем году, наконец, мы увидим настоящую некстгеновую Call of Duty, когда в этом году что у нас? У нас появилась детализация главных героев, она стала невероятно крутой, у нас добавилось отличное освещение, прям вот шикарное, но у нас осталось дико слабо детализированное окружение. Вот теперь в следующем году нам добавят крутое детализированное окружение, и все, и вот будет некстгеновая Call of Duty. Но здесь было много моментов, вот сейчас, да, например, когда выкидывал из машины, выполнял прыжки, это опять дополнял, это добавляло драйва. И, наверное, самое большое разочарование в Call of Duty — это мультиплеерная часть. Для меня лично интересно играть по-прежнему, но ничего нового абсолютно. И экзоскелеты ничего не добавили. Это абсолютно такой костыль, который неплохо смотрится, но по факту это вот, ну, вот выпадающая часть из всего того вот, всей той красоты, которую предлагал синглплеер. Редкий случай, когда у Call of Duty синглплеер в разы лучше, чем мультиплеер. Ну, может быть, опять-таки допилят и что-то добавят уже совсем интересное в дальнейшем. Ну и Drive Club. Drive Club, тут можно было выбирать. Я скажу честно, я в Horizon 2 не играл. Я играл на выставке вместе с Пашей. Да, Паш, мы с тобой же вроде подходили. Да, на Gamescom, да. И смотрели, сколько это было? Ну, 5 минут, наверное, не было. Мне кажется, что вот этот джойстик... Ну, немножко типа, побегали, деревянный. И... Да, да, я посмотрел вот, графику, и все. Дорогой. И все. А вот Drive Club, там тоже история-то нехорошая, потому что игру очень долго допиливают и выпустили, знаете, как Early Access, да, когда у нас предварительный доступ дали, выкатили, а там билд из себя ничего не представляет, то есть в нем ничего нет. Постепенно добавляли трассы, добавляли машины, сейчас добавили в последней патче погодные эффекты и в предпоследнем, по-моему, фоторежим. И игра заиграла со всеми... Да, тавтология какая интересная. Новыми красками. То есть теперь это действительно один из лучших таких гоночных вариантов времяпрепровождения на консолях нового поколения, да, на PlayStation 4, ну, на Xbox One нету, но если сравнивать, то я бы отдал предпочтение Drive Club. Отличная социальная составляющая, до сих пор мультиплеер глючит, но они еще все еще работают, как правило. Здесь есть моменты, над чем поработать, но можно пока попроходить сингловую кампанию, и однозначно второй такой весомый плюс, то, что подписчики PlayStation Plus могли приобрести игру с огромной скидкой. Это, наверное, первый случай у Sony, когда игру полноценную, та, которая в магазинах стоила порядка 3000 рублей, можно было купить в PSN за 1600, по-моему. То есть там в два раза, грубо говоря, скинули ценник, если у тебя есть PlayStation Plus подписка. Поэтому, Sony, спасибо. Вот побольше так надо делать, побольше игр. Ждем теперь The Order 1886, и чтобы точно так же. Очень-очень было бы неплохо. Ну и, соответственно, со стороны там физики, геймплея и всего остального, ну, немножко деревянненько, однозначно аркадненько, но приятно в плане управления, то есть это нифига не бесит, ты не хочешь разбить геймпадом телевизор,
И это чертовски красиво. Если есть какой-то погодный эффект, типа дождя или мокрого снега, ты просто сидишь, играешь и фапаешь. Сидишь, играешь и фапаешь. Альтернатив здесь быть не может. Просто это действительно очень-очень-очень круто с визуальной точки зрения. А причем вот здесь дойфап? Вот я всегда так делаю. В любой игре. Сидишь, играешь и фапаешь. Сидишь, играешь и фапаешь. Одновременно? Ну, конечно. Используешь подожди, вот сколько рук у тебя, класс. Я не понял. Ну что, геймпадом-то и одной управляться можно. Нет, ты черный глаз используешь, вот тут сам. Так, это уже называется пропаганда гомосексуализма. Не знаю, ничего не знаю. К тому же, здесь канал мой, пропаганда там или не пропаганда. Когда критерий совести здесь я, поэтому я пропаганды не вижу. Ну окей. Ладно, говори, против. Ну что, ты сказал, перебираемся к моему списку или еще что-то добавишь? Или давайте. Если у вас есть что-то добавить по моему списку. Добавить. Да. Я хотел добавить по поводу Call of Duty. Немножко странно, что ты сказал по поводу того, что раньше якобы он не был таким кинематографичным. Ну как же, не был-то, всегда ж актеры сделать были. Кино. А, ну актеры, да, понял, окей. Тогда да, тогда без вопроса. Ну то есть как бы для Call of Duty это реально подъем на новую высоту. То есть ты имеешь в виду вот Кевина Спейси там? Ну я кого же я еще могу иметь? И потом, там главный герой, это тот чувак, который озвучивал главного героя на протяжении там долгого времени в Call of Duty и выступал в качестве актера дубляжа еще в куче тайтлов. И впервые он выступил в качестве полноценного актера, сняв полностью анимацию с себя, да? Во всех заставках, и его лицо стало лицом главного героя. Слушай, а я-то думаю, что это у него лицо какое-то не спецназовское, такое ботанское какое-то, на гиг похож. Все объясняет. И причем актер дубляжа, явно для него это немножко в новинку, но он отлично справился, и Кевин Спейси, это Кевин Спейси, и просто Call of Duty, это вот, ну, в моем понимании ребутнуло, да. И потом они сильно подтянули визуальную часть, но это... повторюсь, актуально больше для синглплеера. Для мультиплеера все осталось примерно на том же уровне, и уж прям вот так вот, чтобы тянуло поиграть, ну, как-то не особо. А по поводу экзоскелетов, мне на самом деле вспоминается фильм, по-моему, он вот примерно того же года, да, с Томом Крузом, вот фантастический новый. Который. Сейчас. Что-то там время. Сейчас. Не-не-не-не-не. Обливион. Нет, не Обливион. Грань будущего. Да, грань будущего. Грань будущего, правильно. Два раза смотрел, да. День сурка устраивали. А вот на самом деле, вот такой тип экзоскелета, насколько. Ну, я там не спец, прям такой супер во всяком военном снаряжении, но все-таки немножко когда-то увлекался сильнее, сейчас поменьше, но тем не менее. Вот такие прототипы экзоскелетов, они, судя по всему, реально существуют, там вся проблема просто в элементах питания. То есть такой реально можно напялить и от розетки даже ходить и там больно бить. Но проблема в том, что если кстати, без розетки... Нет, кстати, есть видео на YouTube, где чуваки поднимают там до тонны веса руками. Да. То есть эти фиговины существуют, но в них не побегаешь даже полчаса, не то что полноценную военную операцию. Вот, но это по той информации, которая у меня есть. Ну это же у нас будущее, да, и у нас там годы-то, мягко говоря, достаточно далекие от нынешних. Поэтому, в принципе, к этому времени, наверное, технологии добьются того, что все можно будет бегать, нацепив подобный костюм вполне с автономным питанием. Я тоже немножко прокомментирую. Я вообще сегодня буду так немножко брюзжать. И вот тоже по твоему списку пройдусь. Я на самом деле, ну, у тебя здесь много и Next Gen, и в частности PPS-ных тайтлов. А поскольку у меня Quake 4 нет, то и с Next Gen я пока еще так не успел дойти. Вот. Но тем не менее, я отсюда прошел только Call of Duty Advanced Warfare. Согласен тоже совсем, кроме того, что предыдущие не были такими не кинематографичными, но мы это уже разрулили. Да, но... Ну да, хороший Call of Duty, один из, по-моему, лучших шутеров в этом году. Хотя, опять же, я просто люблю Call of Duty, мне даже Ghost, который все обливали грязью, мне тоже понравился. Поэтому тут ничего удивительного. Вот. А по поводу остального, смотрите, Assassin's Creed Unity. Да, понятно, Next Gen, все круто, там новые фишки, новый сеттинг. Но Assassin's Creed, ну прям вот уже тошнит. Я от первых частей наслаждался, а дальше просто, знаешь, это та же причина, по которой я не жду нового Бэтмена. Потому что вроде все круто, вроде Next Gen, а играть в одну и ту же игру по четвертому, по пятому, по шестому разу уже не так весело.
Вот. И меня очень повеселило, когда ты говоришь Next Gen, да, вот особенно стало видно, когда патч на 6,5 гигов скачался, я думаю, ну да, раньше патчи были на 6,5 гигов, а теперь на 6,5 гигов, явно. Ну, нет, а тут почему на 6,5 гигов? Они перекроили добрую половину игры. Те, кто покупал цифры, у них все 35 перекачивались. Ой. Да, вот так вот. То есть у Ubisoft была лажа в плане оптимизации. Здесь ничего не сделать, оно как есть. И, в общем-то, Ubisoft и сами это прекрасно понимают и признают. А главная фишка Assassin's Creed сейчас в том, что у них, может быть, не так сильно поменялся геймплей, хотя он поменялся, поменялся механикой, там, куча моментов с анимацией и всем остальным. Главное то, что он вырос как визуально, причем он реально сильно вырос визуально. Там, когда в какой-нибудь собор заходишь, челюсть отпадает. Плюс там есть моменты, когда ты перемещаешься внутрь помещений, да, ну то есть ползешь по стене, как человек-паук, форчика открыта. Ты туда дрынк и прошел здание насквозь. И когда ты проходишь каждое вот это здание, я не видел ни одного повторяющегося. То есть там проделана просто какая-то невероятная работа над кучи деталей, куча окружений и всего остального. Здесь Next Gen как раз в плане картинки. То есть понятно, что вот, наверное, следующий Assassin's Creed, который будет в Лондоне викторианском, это уже тоже доподлинно известно. Вот он, да, он будет уже немножко другим, и он как раз позволит насладиться полностью всей вариацией, да, там наверняка разбавят задания. Здесь у них ушло время больше на то, чтобы поменять анимацию, поменять немножко принципы самих заданий, сделать их больше, сделать их интереснее, разветвленнее, сделать вот эту вот структуру внутри города, да, что можно перемещаться внутри квартиры и так далее. А все-таки со стороны геймплея это нужно было тоже как-то привязывать, обыгрывать и так далее. И теперь все здания выглядят один к одному. Вот это вот прям шокирует. То есть ты подходишь опять к какому-нибудь собору и понимаешь, что вот сейчас перед тобой он стоит, он выглядит раза эдак в 4 больше, чем он выглядел раньше в Assassin's Creed. И после того, как ты запускаешь Unity, ты такой, ну да, да, понятно, в принципе, чем ребята занимались. Ну да, да, Next Gen. И это самое главное. То есть, с другой стороны, мне кажется, те, кто покупает Assassin's Creed, они покупают ради одного, вот чтобы побегать в том самом хорошо узнаваемом варианте геймплея, который давно полюбился за там долгие-долгие годы. Может быть, через некоторое время это, конечно, ребутнут и что-то там новое придумают, но по факту пока это покупается и любится миллионами. Плюс тут появился кооператив, который отлично тоже смотрится и играется, пока он играется в качестве отдельных миссий. Помните, как Far Cry 3 было, да, нас на... Да. Остров там выносили, грубо говоря, на внешний. И мы, соответственно, выполняли там задания. Вот здесь абсолютно та же история. Здесь вчетвером можно бегать и выполнять задания, которые специально созданы для кооператива. И это следующий шаг для Assassin's Creed. Видимо, просто оттачивают вот всю систему, оттачивают баланс и какие-то геймплейные фишки для того, чтобы в следующей части интегрировать это, как получилось в Far Cry 4, да, уже в открытом мире, в большом. Я, кстати, поиграл еще в Far Cry 4 в вариации вот такой вот кооператива в открытом мире. Очень прикольно, я вам скажу. Вдвоем реально веселее. И получается так, там едете на машине, один слева сидит, другой справа. Тихо, мирно доехали, постреляли. Ну, то есть за вечер продуктивность прохождения была процентов на 70 выше, чем я бы, например, бегал один. Вообще очень странно. По идее, там продуктивность прохождения низкая, потому что все время на что-то отвлекаемся. Я один раз поймал себя на том, что я полтора часа охочусь на леопардов. А вдвоем, по идее, наоборот, тяжелее. То есть один ты бежишь, вот ты поставил себе цель и бежишь. А когда вдвоем, это ж можно в два раза чаще на всякую фигню отвлекаться. Не, ну, это же нужно понимать, да? Вы же между собой при этом говорите, играя. Ну, то есть, курсом. И не просто бежите, да, ну, то есть, я обсуждаю, сейчас пойдем там форт захватим. У нас, если, например, форт захватывать, мы проделали такую штуку, один зашел с одной стороны форта, другой зашел с другой стороны форта. Я отвлекал на себя внимание, а он в это время убивал врагов. Все. Мы этот форт захватили, ну, минуты за полторы. Это реально работает, то есть. Я форт так захватываю. Когда ты один, да, то, понятно, это несколько специфичнее все равно получается. А тут один на себя отвлек внимание, а второй просто перебил всех и все. Вызываешь наемника, и то же самое, только он тупит. Ну вот, да, все-таки с живым человеком, при этом вы же еще и переговариваетесь, замечательно. Ну, а если друг тупой, так проще уже бота.
Ну, я к тому, что эта штука работает, и, скорее всего, подобная система будет интегрирована в Assassin's Creed Unity, ну, уже не Unity, да, я еще не знаю, там, Victory, насколько я знаю сейчас кодовое название у новой части. Вот, соответственно, видимо, там это перенесут в открытый мир, поэтому Assassin's Creed Unity — это шаг, большой шаг, и, ну, самое главное, next-gen-овый шаг. Потому что, как выглядела четвертая часть на PS4, можно было плакать просто. Она выглядела хорошо, но немногим лучше, чем на Xbox 360 и PlayStation 3. Ну, потому что ее же отдельно не делали. Там просто... Нет, ну, вот я и говорю, поэтому как бы и выбор года. Это я тебе поясняю все сейчас. Не, на самом деле я хотел еще и тут остальные немножко прокомментировать, но тут смотрю, что уже мы по это, 30 часа балакаем, так я подумал, что может уже дальше двигаться. Или нас сегодня ничто время не задерживает, и можно... Ну, у нас, да, у нас как бы нет уж таких серьезных. Не, ну ладно, да. У нас же причем итоги потом... года, надо же понимать. Да. Ладно, чуть что потом вернемся. В общем, тогда я начну про свой список. Давай. Вот. Значит, у меня вообще год, не сказать, что был сильно такой... плодовитый, поэтому, возможно, немножко игрушки странные, но тем не менее. Значит, открывает список Watch Dogs. Несмотря на то, что все ее так... У меня вообще сегодня список, здесь кругом какие-то отбросы, ну, почти, которые все хаяли, а мне понравилось, это удивительное дело. Watch Dogs, на мой взгляд, вот ее как-то незаслуженно все ругали, потому что все разозлились на Ubisoft, потому что картинка там была хреновая. Ну да, картинка не фонтан, но, как показала практика, потом еще в году выходили проекты, где... ну, скажем так, еще больше обманывали наши ожидания. И ничего, просто, видимо, все на Watch Dogs сорвались и привыкли, а дальше пошло как по маслу. А игрушка-то, в принципе, хорошая, такой классический... Не, кстати, втягивала сюжет, да. Геймплей прям шикарно. Вообще там фишки с камерами, лучшее, что было в этом году, из идей. Ну, это ты прямо так перегнул лучше, но да, оно очень... Ну, оригинальное хотя бы, потому что где мы до этого видели такое? Нигде. Да, нигде. Ну, камеры, они очень органично вписывались вот в этот вот сэндбокс экшен. Да и даже, хоть Watch Dogs вышла после уже консольного релиза GTA 5, даже несмотря, что, ну, грубо говоря, она, пожалуй, там во всем проигрывает GTA, но все равно было вполне себе играбельно. Не ловил себя на мысли, что, о, там-то было вот круче, в это играть невозможно. Нет, было весело, было интересно, и как-то вот она, ну, действительно, от начала до конца держала, и когда уже начинала действительно от игры уставать, она просто заканчивалась. Молодцы, не затянули, не то что вот Far Cry 4, который, ладно, уже сразу переходим дальше, Far Cry 4, тоже Ubisoft, тоже есть в моем списке, тоже, как по мне, такой отличный получился шутер, но вот здесь все же Ubisoft палочку-то перегнули. Потому что я вот как читал, Антон Жук там постил мнение свое о Far Cry у себя в группе, действительно могли ограничиться первой половиной игры. Потому что к тому моменту, как открываешь для себя север Керата, уже по сути и полностью уже там скиллы прокачаны, суть игры ясна, все там навыки открыты, и что дальше делать, уже как бы и устал-то играть, а играть-то надо. Вот. На самом деле, главный минус, как мне кажется, Far Cry 4 в том, что он такой же, как третий, во всем. Вот вообще во всем. Если играть на current, ну, точнее, уже на past gen'е, то даже картинка такая же. Вот. И, ну, немножко напрягает вот это. С одной стороны, интересно по скалам лазить, с другой стороны, это местами сильно замедляет передвижение и, ну, затягивает игру. Она вообще получилась во всех аспектах затянутая, но тем не менее, поскольку геймплей это тот же Far Cry 3, который я считаю просто гениальным шутером, хороша. Вот, поэтому так уж и быть. Несмотря на все минусы, пускай будет в моем личном топе. А мне, кстати, не понравилась локация сама. Все-таки вот как-то пляж, остров больше располагал ко всем покатушкам и так далее. Ну вот как-то... Есть такой момент, который вот, ну, немножко выбивает. Через некоторое время ты привыкаешь и понимаешь, что, ну ладно, хорошо, все, да, действительно, потому что работает та механика, которая работала до этого в третьей части. Плюс теперь есть кооператив. Но вот всякие Шангри-Ла там и так далее, ну, специфично, как показал. Мне наоборот Шангри-Ла понравилось. То есть, мне кажется, могли бы и дольше сделать вот эту составляющую. Причем там есть моменты, действительно, которые вот играешь, вроде привык, а потом вау. Вот как, допустим, только что показывали в трейлере кусок, где, ну, незаскриптованное событие. Тигр с медведем. Да, тигр с медведем. Я действительно на такое сталкивался. Или, допустим, когда, не знаю, вот...
идет перестрелка, вдруг тут носорог прибегает, раскидывает, да, на слоне на том же покататься забавно. То есть, у нас ну, на ничего... стриме было, что орел попытался унести в небо медведя. А, кстати, медведя не знаю, а вот козлов при мне в небо уносил. Там орлы это вообще отдельно. Вообще птицы это отдельная песня. Немножко перегнули палку, потому что эти твари нападают в самый неподходящий момент. И все время, главное, нападают. То есть и через некоторое время да начинает реально подбешивать так. Нет, слушайте, вот смотрите, я в Far Cry 4 еще не прошел, но там у меня уже, по-моему, 25 часов, что ли. То есть я уже на севере, ну, наверное, уже там где-то треть осталось, но все равно долго играл. На меня за все время орел напал один раз. Может, я как-то неправильно играю, да, может везет. Да, но просто как-то... этот парк на вышку поднимешься куда-нибудь, да, чуть-чуть повыше там или на холмик какой-то, таки все время нападает. И действительно местами очень сильно напрягает. Это, кстати, не только я заметил, такое бывает. Но, видимо, тут как повезет. Да, и скрипты работают для всех по-разному. Ну, наверное, хотя не знаю, как на вышке, но там вышки же в большинстве своем под крышей, а орел он прямо с неба пикирует. То есть, да, они бывали... прекрасно пикирует, абсолютно залетает, ну, по да, барабану ему. Вот. А вот какой шутер, по-моему, как получше, он, конечно, немножко в другой весовой категории, но все равно получше в Far Cry 4 во всем, ну, кроме там сэндбокса, потому что нет сэндбокса, это Wolfenstein. Вот это... проект, который, пожалуй, в этом году один из немногих на 100% оправдал мои ожидания. Вот что ждал, то и получил. Хороший, такой олдскульный, даже с аптечками. Шутер, отлично сделанный, отличная реализация, приятная картинка, сеттинг хороший, приятное переосмысление классики, забавные пасхалки. Ну, даже не знаю, что там говорить. В сцене, когда он почти в начале игры в больничке приходит в себя, берет нож, идет кромсать фашистов. Да, там еще такая, красиво. Да, и я там чуть не заплакал. То есть там прямо, там еще музон начинает играть, он в это время говорит что-то такое. Да ладно, а когда он сидит в инвалидном кресле в самом начале и постепенно пытается прийти в себя в больнице? Ну так это вся та же сцена, вот мы потом что про нее говорили. То есть он сидит в кресле, потом приходят, начинают всех убивать. А, ты между ну, все понял. Да, да, он хватает нож, вот тогда он приходит в себя наконец-то и идет всех убивать. Вот. Единственное, что все же немножечко, совсем чуть-чуть смазало впечатление об игре, это парочка боссов, причем финальных в том числе. Вот они как бы так хорошо-хорошо на грани такого, даже не знаю, как это, ретро-сайфая балансировали, а под конец все же, как по мне, так немножко в кич скатились. Но тоже, на любителей это, в принципе, игру сильно не испортило. Ну, не знаю. Это бальзам на душу среди олдскульных шутеров. А, ну, и один было... из немногих проектов за последние годы, который можно назвать таковым без преувеличения. Нет, ну, от олдскула здесь уже, ну, все равно, оказуалили во многих аспектах. А, то есть, ну, это просто, я бы сказал, такой немножко усложненный, что ли, Call of Duty. Но, понимаешь, я не знаю, вот как, особенно сейчас сходу не сформулирую отличия, скажем так, вот шутера новой школы, а шутера старой школы. Ну, за исключением тех же, там, не знаю, аптечек, еще чего-то. Но... ну, не знаю, старые шутеры, они не были такими кинематографичными, не были более условными, но в то же время более сложными и более драйвовыми. И Wolfenstein, ему, в принципе, драйва хватает, но местами он все равно чувствуется вот эта новизна. Я не говорю, что это плохо, но как бы называть его в полной мере олдскулом тоже не стоит. Но он действительно клёв. Я думаю, здесь вы со мной согласитесь. Да, все сто. Вот. Да, да, без сомнений. Вот. Ну и еще осталось в моем топ-5 два места осталось. Одно тоже, я совсем недолго думал, прежде чем запихнуть сюда эту игрушку. Это, как ни странно, новая цивилизация. Я так и не понял, почему на нее все так наехали. Я вот обзор писал, а потом смотрю, там что типа, о, 1С заплатили там. На Метакритике тоже оценки были так себе, в Стиме отзывы средние. Не знаю, чего взъелись на игру. Ну, может, я как-то не доиграл предыдущей цивилизации, хотя вроде шпилевый, нормально, да, но мне очень зашла игрушка. Да, пускай она не так отличается, допустим, от пятой, как пятая, четвертая или четвертая, третья. То есть это, согласен, это не полноценная часть серии, это пускай такой стендалон, да. Слушай, а там вроде же нету номеров. Но, номера нету, да. Ну, номера нет. Ну, а какие вопросы тогда? Все окей. Вот, это, ну, мне, знаешь, по поводу стендалона мне напомнил
к четвертой, по-моему, была Colonization такая. Угу, была. Да, вот, да, то да. есть, вот что-то в том же духе. Ну, помасштабнее, я бы сказал, помасштабнее, но, в общем, да. Не, ну, понимаешь, там немножко все же механики изменялись, и Colonization это тоже был, на самом деле, ремейк. А, да, старый Colonization. Вот. Да. А это вроде как бы не ремейк Альфа Центавры, и механики почти все. То есть, ну, даже, наверное, вообще все, только некоторые значительно переделаны, но все равно они взяты от предшественницы. Ну, и как бы и картинка не сказать. То есть они в интервью утверждали, что там много что переделали, но визуально не сильно чувствуется. Вот, в общем, наверное, поэтому людям не понравилось, а вообще игра-то отличная. То есть, ну, это... Мне кажется, кто любит цивилизацию, такой must have. Да, ну, не знаю, то ли я в последнее время вообще как-то на Фераксис подсел, потому что вот от XCOM до сих пор отойти не могу. На мобилу поставил. Так и цивилизация... Ну, я... Ты обновил мобилу? А, да, во, вы не знаете, это потом отдельный разговор. У меня наконец-то... У меня теперь... Если ты поставил на ту мобилу, которая была до этого, бедная мобила... Не, на твою мог разве что первую цивилизацию поставить. Не, сейчас у меня, как это, Xiaomi Mi 4. Влад, наверное, слышал. Вот. Ну, ладно, отвлеклись от темы. В общем, цифка. Кто любит вообще глобальные стратегии, кто готов, или кто, может, в пятую мало играл, или кто мыслит так же, как я, должно понравиться. Слушай, а сколько на прохождение тратится вот так вот, ну, отдаленно, то есть... А там нету, понимаешь, там же любая, там нету миссии, там ты выбираешь критерии создания мира, то есть размер, количество игроков, а дальше все в зависимости от размера. Плюс от какой победы пойдешь к финалу, то есть, допустим, всех замочить, ну, долго, какой-нибудь научный. Там, на самом деле, любая победа так или иначе завязана на науку, но... Ну, не знаю, даже на вскидку затрудняюсь ответить. Потому что можно, в принципе, поставить себе сразу ограничение на 250 ходов. Вот. И пофиг что, 250 ходов, считаем очки. Вот. Поэтому... Ну да. Окей. Я так понимаю, что нам стоит ждать ее на мобилке. А нет, а вот, кстати, они стоят, знаешь, у мобилок Фераксис, они мобилки как-то жмут свою линию, у них есть мобильная цивилизация, причем, кстати, вот буквально... Да, по-моему, уже ее делает кто-то внешний. Делает-то возможно, допустим, XCOM на мобилке тоже портировали не те же люди, а 2K China, вот, но все равно это Фераксис, и все равно они, как я понимаю, полноценную настольную цивилизацию на мобилке не портируют, и, возможно, еще пока потому, что не хватает... для вот таких глобальных стратегий немножко, ну, не знаю, видимо, мозгов, хотя, не знаю, вот это моя новая мобила, она мощнее, чем... Мозгов у кого? У людей, играющих на мобилках? Или у разработчиков? У Гарри. Мозгов же его перенести. Интерфейс, видимо, перегруженный, потому что, ну, опять же, вот XCOM тот же, он был сразу ориентирован под приставки, и там, ну, что там? Да там они сразу это продумали, и все. А в цивилизации там же много всяких подменюшек, много всякой фигни. И на экране мобильного девайса, пускай даже с большой диагональю, неудобно будет. Да, без мыши и большого экрана там. Да, мышь фиг с ней, а вот, ну, все равно, много тапов, слишком мелкий текст. Есть же на самом деле такой очень, с одной стороны, хороший, с другой стороны, не очень опыт. Сейчас не вспомню. В общем, перенесли, даже не перенесли, а просто портировали глобальную стратежку, я сейчас название все же найду, которая вышла там, допустим, в начале века, ну, 2000-х. 19-го. Как звучит в начале века. В начале века 19-го, да, бух и портировали. Потому что она вышла-то, ну, на ПК, а сейчас вот она, причем полностью, просто взяли и перекинули. На Андроиде вышла. На самом деле, я так офигел, когда узнал, что под Android и Half-Life 2 портированные есть. Есть, да. Да. И что все Telltale... Но, правда, эксклюзивом для замечательного устройства от компании NVIDIA. Нет, там, походу, с любым девайсом, у которого есть видюха от Tegra. Ну, то есть NVIDIA Tegra, а это... Ну, новый, который вот один из эпизодов, по-моему, первый сейчас будет, да, эпизод 1, он будет эксклюзивом для Shield. И, я так понимаю, Tegra Tablet, который аналогично ориентирован. Ну, все равно, рано или поздно, как я понимаю, портируют, потому что такое дело... Вот, в общем, ладно, что-то мы про мобилки вдруг заговорили, ни с того, ни с сего.
Ну да, значит, на четвертом, ну это не по порядку на четвертом месте, но в общем одно из топ-5 была цивилизация. Ну и последний тоже, я вот честно сказать не знал, кому отдать, подумал про Middle-earth Shadow of Mordor, но он меня как-то уже разочаровал больно. Подумал тоже про всяких там ассасинов одних, вторых, ну не то. В общем, это формально, может быть, и не может считаться игрой этого года, хотя, в общем, «Волк среди нас». Телтейловская игрушка, и хоть в этом году она закончила выходить, то есть она же, первый эпизод вышел еще осенью прошлого года, но закончила она и на приставках, собственно, вышла полноценно только в этом году, и поэтому все же пускай включим ее в этот список. Ну, я, наверное, Телтейлов играл, ну, все, кроме вот самого последнего. У них уже сейчас «Игра престолов» пошла и по Borderlands. Да? Угу. И у них все игры, в принципе, одинаковые. Да, одинаковые. Ладно, что там, они меняются сети, меняются главные герои и формат, да, про кого история сама. Но история, вот сама история цепляет как-то. И хоть и вот мертвецы тоже доставляют, и с большим удовольствием проходишь, но выбирая между мертвецами, что первыми, что вторыми, и между волком среди нас, вообще без вопросов почему-то хочется выбрать волка. Ну вот. Ну, видимо, просто люблю я, как оказалось, такие сказки. Да. И, ну, необычный сеттинг, плюс по комиксам, даже захотелось первоисточником ознакомиться. Все как-то так и ненавязчиво, и в то же время оно и по-детски, а вроде как и по-взрослому местами кроваво и жестоко, и интересный взгляд на уже знакомых персонажей, да и сама история так завинчена, что, ну, не знаю, вообще без вопросов, понравилось очень круто. Там даже, допустим, если что в первых, что во вторых «Мертвецах», там концовочка, ну, как-то так, слишком явный to be continued, причем без мощного, как это называется, Влад, помоги мне, не хэнговер, хэнг-клиф, как это называется? Клиффхэнгер, вот. Клиффхэнгер, да. В общем, там клиффхэнгер присутствует, но он такой немощный. Так вот, «Волки среди нас», там концовка такая, что прямо ух. Кто не там вроде и клиффхэнгер, а вроде и нет, и совсем ну, не понятно. Вот сейчас стала проблема с ходячими так в последних эпизодах. Ну, как-то вот уже дальше настолько размазанные концовки, что ты думаешь, а стоит ли вообще браться за следующий эпизод? А прикол в том, что в «Ходячих», еще, кстати, тоже небольшой камень в огород этой серии, там чаще всего клиффхенгер эпизода потом ни на что не влияет. Да. То есть, вот, допустим, ну, извините за, возможно, маленький спойлер, но в одном из эпизодов второго сезона там ты в конце должен быстро решить, что сделать. Женщину, которую кусает зомби, ее убить или ей руку отрубить? И на самом деле, вот ты думаешь, мучаешься, там, секунды бегут, а потом это практически даже никак не обыграно. То есть, ну, минимально. Но женщина в любом случае умирает, и все. Вот. Так что, не знаю. Здесь они как-то, волки, без этого обошлись. То есть, ну, там даже сцена, где ты тоже выбираешь, оторвать ли оборотню руку или не отрывать, ну, тоже... По большому счету, с одной стороны, ни на что не влияет, с другой стороны, если ты ему руку оторвешь, он до конца игры будет ходить без руки. То есть тупо моделька одна рука. Уже одна осознавать, что как-то ты на мир игровой повлиял. Вот. Ну, собственно, наверное, так выглядит моя пятерка лучших проектов этого года. Ну, я, пожалуй, все сказал. Да, я вот читаю, смотрю, что пишут в чатике, пишут, когда выйдет GTA 5 на ПК. Это даже не смешно, друзья. Вот так шутить очень жестоко. Да, давайте я свой списочек, наверное. Ну, я совсем вкратце. В общем, у меня тут есть, опять же, Far Cry 4, про который мне на самом деле, ну, добавить, в общем-то, особо и нечего, потому что действительно круто, весело. Только я в него поиграл, увы, не так много, и до, собственно, Шангрилы, или Шамбалы, все время путаю, я не добрался, вот, хотя очень хочется посмотреть, и я даже не знаю, в какой части игры-то она хоть начинается, эта Шангрила. Могу рассказать, да, вот буквально как только проходишь первую миссию с зелененьким Y, когда находишь дом Гейлов, вот, появляется их всего там, по-моему, в игре 5 побочных миссий с этих Шангрилой. И они все коротенькие, минут по 20 примерно. Вот, но и они, кстати, открываются все примерно в одно время, но проблема в том, что из них 2 или 3 расположены в северном регионе,
А туда, пока по сюжету дальше определенного места не пройдешь, туда вообще не добраться. Ну, понял. Ну, в общем, Far Cry 4 мне очень понравился. Не без проблем, конечно. У нас были проблемы там с кооперативом во время стрима, там, и так что-то мне со звуком какие-то глюки. Вот. В остальном, в принципе, Far Cry 4 мне очень и очень. Далее у меня идет Alien Isolation. Сейчас я включу видео. Вот. Очень красиво, атмосферно. То есть разработчики обещали вот этот самый low science fiction, или как-то так. То есть фантастику именно в духе Чужого, без там каких-нибудь планшетиков, голограммочек и так далее, а с вот этими старыми компьютерами с текстовым интерфейсом. И у них это получилось, все очень клево. Единственное, что людям вот совсем-совсем-совсем не переносящим стелс, оно все-таки не пойдет. Мне стелс не нравится, но поскольку здесь он не заскриптованный, поведение как Чужого, так и других персонажей, то в принципе ничего. Даже когда 20 раз подряд умираешь на одной и той же точке прохождения, да, пытаясь пробежать одно и то же место, в принципе, каждый раз умираешь немножко по-разному, поэтому не так задалбывает, как обычно. Минусы, опять же, есть. Например, вот сейчас показывается, по-моему, транзитная станция. Я помню, был один момент, когда для того, чтобы добраться из точки, в которой что-то происходило вот в предыдущей, скажем так, миссии, до той точки, в которую нам нужно дойти дальше, нужно пройти, там, спуститься на лифте, проехать через, значит, одну точку транзитную, проехать на трамвае через другую точку, подняться еще на лифте. В итоге приходится вот так вот карт через 5 с дозагрузками уровней протопать вообще без каких-либо происшествий. Это такие действительно тупые и слабые места, но это почти единственные тупые и слабые места в игре. То есть в остальном все обалденно, офигительно для фанатов Чужого, просто муа, просто муа вообще. Вот как там сидеть, играть и фапать, да, ну вот примерно да. Слушай, да, причем ты вообще... это, надо же понимать, единственная сейчас игра, которая современная более-менее про Чужого, в которую можно играть. Просто можно физически играть, потому что во все остальное физически играть невозможно. Ну, не, можно вспомнить какой-нибудь старый-старый Alien vs Predator. Ну, старый, это понятно, я имею в виду именно современный, да, то есть то, что доступно на, ну, хотя бы там на Xbox 360 и PlayStation 3. Вы сейчас вообще, на самом деле, если вот только сейчас включите подкаст, что за игру вы описали? Смотри, ходишь, все время мучаешься, все время убивают, какой-то мазохизм. После этого показывают на экране какую-то черную тварь в латексе, и ты говоришь, что можно просто сидеть и фапать, сидеть и фапать. Уверен, что это вообще игра про Чужого? Да. Ну, ладно, на самом все деле, в курсе, что я извращенец. Еще такое небольшое ответвление. Хочу вот задать, собственно, и тебе, Паша, да и Владу тоже вопрос. Я немножко удивлен тем, что вроде как с Чужой есть, а Evil Within нету. Хотя вроде и там, и там порно, ну понятно, да, что они абсолютно разные, да. Но я его не вставил тупо потому, что я в него поиграть-то толком не успел. Вот аналогично. А я его не поставил, потому что решил, что надо хоть одну гонку добавить. Я понял, что никто из вас этого не сделает, и поэтому в моем списке появился Drive Club. Ну нужно же было, да, хоть что-то туда добавить, потому что ну нельзя так обходить на все 100%. А по идее в списке, да, наверное, должен стоять Evil Within в моем личном. Все вы прекрасно знаете, что я на Gamescom'е пощупал в течение полутора часов, там, грубо говоря, 2-3 локации и поговорил с одним из разработчиков. Вот чувак меня убедил просто в тот момент, что проект будет очень крутым. И когда я запустил игру, я понял, что он не обманул по одной простой причине. Она офигенно затягивает. Это помесь Silent Hill, Resident Evil, помноженная на кучу осовремененных там вариаций, при этом со своей совершенно непередаваемой стилистикой и с достаточно вменяемым сюжетом, который интересно проходить, интересно смотреть. Там вначале есть момент, где мы
заходим к, ну, уже сбежали, соответственно, из психбольницы, от психбольницы, и заходим в один из домов, идем с доктором, он говорит, что там работает его брат. И ты понимаешь, что вот это вот, вот прям вот то, что доктор прописал, вот таких хоров очень-очень давно не было. А когда вылазит вот эта вот многоногорукая тварь с волосами той самой мертвой девочки черными, ты понимаешь, что да-да-да, вот просто вот бальзам на душу. И она местами действительно пугает. Что немаловажно для хоррора, и пугает она не бу из-за угла, да, как в случае с Чужим, а там именно Чужой на тебя выскочил, ты такой «Ю!» и обокакался. А нет-нет, здесь совершенно все иначе, тебя очень долго ведут к чувству, что вот, вот нужно испугаться, нужно испугаться, нужно испугаться, у тебя сердце бьется, 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 и потом до какого-то момента доходит, и ты такой уже просто сидишь и бежишь, как сучка последняя, просто потому что не можешь по-другому, эмоции переполняют. Это замечательно, таких игр в этом году точно было немного, а если посчитать, в хоррор вообще было фактически... Два, это как раз Чужой и Evil Within. Поэтому, в общем, без вазелина с визином прям замечательно. Окей, я попробую без вазелина. Я просто в нее вообще не играл пока. Попробуй, попробуй. А если тебе ранее так перло первой части Silent Hill и, грубо говоря, первая часть Resident Evil, то здесь, в принципе, должно попереть вообще просто шедеврально. И да, и вот еще что. Там же есть такая фишка. Каждая сюжет, вот каждая миссия, она подается фактически в качестве эпизода сериала. Mm-hmm. А кто-нибудь из вас смотрит American Horror Story? Американская история ужасов. Нет, нет, я не смотрю, нет. Да, ну вот, в общем, это, наверное, близко очень к этому, только с другой совершенно стилистикой, но подается примерно в том же ключе. То где... есть там немного разные сюжеты в каждом, что ли? Да, они немножко... Там не то, что... В American Horror Story там не то, что они разные, они все объединены как бы одним, да, у них сезоны разные обычно. Каждый сезон, по сути, там новая история. А здесь они объединены, но они такая логично завершенная маленькая история в качестве одного эпизода. То есть, если ты закончил первую миссию проходить, у тебя такое троеточие, ты такой, блин, а что же будет дальше? И тебя подводит к тому, чтобы ты просто продолжал играть. И когда ты допроходишь, грубо говоря, эпизод этот самый, да, сериальный, тебя просто тянет играть дальше. И тебя снова тянет играть дальше, потому что у тебя стоит троеточие, и ты понимаешь, что вот-вот надо дальше. Как потому что Alan Wake, что ли? А? Как Alan Wake, да, что ли? Да, да, близко к Alan Wake. Максимально близко к Alan Wake. Ну, во всяком случае, они очень старались сделать нечто подобное, и у них это получилось, потому что это меня смотивировало. Я сейчас больше половины прошел, вот надо допройти окончательно, чтобы уже закрыть этот вопрос. Но круто. Ну вопросов. Окей, значит, еще у меня в списке тут есть все-таки Middle Earth Shadow of Mordor. Это такая игрушка по, ну, даже не по мотивам, это такой отдельный дополнительный сюжет про Властелина Колец. Ну вот, как там, Нигматул Дурбутулук, Горгород Бурзум Мордук. Всех их вместе соберу, Среднеземье натяну. А, это вот на кольце известном написано, да. Почему? Это у Толкина такой стишок был на колечке. А, вот, и значит, игра клевая. В ней все-таки вот эта система, как я ее называл, политический симулятор орочьего социума. Он клёвый, обалденный. Единственный все-таки минус в том, что вы, да, собираете свою армию из орков, переманивая их с помощью магии на свою сторону, но оно работает вот только в самом-самом финале и, в принципе, в одной небольшой сцене. То есть нету какого-то такого эпического противостояния вашей армии и там оставшейся орочей армии, или вашей армии и Саурон, или чего-нибудь в этом духе. Увы, не сделали. То есть прямо вот так вот какого-то действительно крутого такого климактического результата того, что вы собираете свою армию из клевых орков, его все-таки не было. Но, тем не менее, сам процесс, он... классный. Тут ничего не возразишь, не поспоришь. Мне очень понравилось. И мочилово клевое, и все динамично, брутально, кроваво.
В общем, классно. Так, сейчас я видел перед... Извини, я пока ты вот готовишься к следующему, я скажу такой тоже небольшой камень в огород Shadow of Mordor, почему я ее не включил в свой топ, mm-hmm. хотя действительно очень ждал. Потому что, к сожалению, хоть я вообще на самом деле очень непритязателен в плане графики к проектам, но они очень сильно испоганили пастген-версию. То есть я видел ее на current gen, на next gen, на выставках всяких, краем глаза, совсем чуть, но все же видел ПК-версию. И после этого в версию для того же 360-го Xbox просто невозможно играть. Там даже когда ты выходишь, там все время какие-то загрузки. То есть это нонсенс, чтобы игрушка между переключением, между самой игрой и меню, чтобы она после этого еще секунд 15 подгружалась. Это правда, что ли? Да, правда. Притом, вот, допустим, захотел я там, не знаю, в инвентарь зайти, да, ну что-то проверить. Даже не в инвентарь, но в дерево скиллов. Возвращаюсь обратно, подожди 15 секунд, дружок. Захотел я проверить, как там орочи перестановки в городе, ну не в городе, в этом, в мире, да, вот эту систему Немезида опробовать. Мне интересно, да, какие слабости у босса, на которого я сейчас собираюсь пойти. Возвращаюсь в мир, подожди 15 секунд, дружок. Притом, после того, как это все подгружается, оно еще, как бы, текстуры не сразу грузятся в нормальном разрешении. То есть ты, знаешь, вот так загрузился, и как будто на дне выгребной ямы очнулся. Кругом все какое-то серое, такое невзрачное. Потом вот этот вот похмельный синдром проходит, все становится четче, и кругом, как бы, ты понимаешь, что это не мухи летают, а это орки бегают. Но, ну, не знаю, вот это полностью отбивает какое-либо желание играть. Я, может, еще помучаюсь, но, скорее всего, заброшу Мордор и последую свету Влада, попробую, нормально так засяду, потому что я начал пробовать, но нормально засяду за игру. Извини, я в который раз тебя перебил, да, ничего. Значит, у меня в последнее время больше нравятся такие игры, не в которые нужно вот часами долго проходить какую-то крутую, интересную кампанию, а игры, в которые можно вот зашел вечерком, 1-2 матча сыграл и спать. Вот. Собственно, одна из таких игрушек сегодня вот в моем списке — это Titanfall. На самом деле, ждал-то я ее не ради этого. Мне было очень интересно узнать, как они сделают свой сильно рекламируемый ими во время вот пиар-подготовки к релизу сплав сингла и мультиплеера. Сделали они его, конечно, отвратительно, его, по сути, нет. То есть там в компании есть какие-то сюжетные повороты, какие-то персонажи, какое-то общение между ними, но, по сути, происходит абсолютно то же самое, что и в самых обычных сетевых матчах. Геймплей абсолютно точно такой же. Но... В общем, не Destiny. Да, не Destiny, нет. То есть следить за развитием сюжета в то время, когда против вас там три титана вышли, это, ну, бессмысленно совершенно. Вот. А сам геймплей просто обалдительный. То есть я давно хотел вот такого, ну, то есть я хотел чего-то немного более олдскульного, совсем с ракет-джампами там, чтобы подготовили народ к будущему потенциальному Unreal Tournament или чего-то в этом духе. Здесь у нас получился скорее все-таки Call of Duty с футуристичными пушками, с прыжковым ранцем и вот огромными человекообразными боевыми роботами. Но, тем не менее, игра обалденная, и вот я в ней залипал достаточно долго. Мультиплеер, мочилово, прям круто. Вот, и второй игрой в таком духе, когда можно прийти, поиграть и выйти, это, наверное, немножко необычно среди вот сегодняшних игр класса 3А, это Binding of Isaac Rebirth. Это ремейк, переделка старой игрушки, вышедшей пару лет назад от Эдмунда Макмиллана, такая инди аркада. Как это называется? Типа рогулька, ну, она аркадная. Кто-то ее очень так сравнивал с Legend of Zelda с первыми. Ну, вот что-то в этом духе.
немножко не для всех, немножко мерзковатая, там куча какашек в кадре, кровища, очень жутковатые местами кадры и вещи, и монстры, и вообще. Ну, мне очень нравится, то есть и ремейк очень хороший получился, они переделали графику, они добавили новые виды комнат, что там еще, добавили кучу монстров, новые предметы, в общем, игра стала лучше. Единственный минус — это музыка другая. Она очень хорошая, атмосферная, но как бы музыка в оригинальном Binding of Isaac была вообще шедевральной, а здесь она просто хорошая. Вот, то есть в остальном придраться не к чему, я уже, вот когда мы стрим делали, у меня там было мало чего открыто, сейчас я открыл уже почти всех персонажей, периодически вот вечерком люблю зайти и побегать, ну скажем, Азазелем, полетать, очень весело и интересно, я уже мамочку убил несколько раз, я до утробы добрался, в общем, классно. Вот представь, непосвященным людям, которые не знают, о чем игра, это так довольно дико звучит. Ты мамочку убил, до утробы добрался. Да. Но да, чтобы вы не... Вот на самом деле, у меня сейчас немножко просто картинка отвалилась, но это не страшно. Просто вот и когда я понял, что мне нравится первая часть, потому что я вот в новую так и не играл, а первую я все время, ну, когда это уже, наверное, пару лет назад, купил в Стиме на распродаже буквально там за 15 центов каких-нибудь, очень не понравилось. Так вот я понял, что мне игра нравится, когда я понял, что я смотрю на то, как маленький голый ребенок с вешалкой в голове и тремя глазами стреляется кровавыми слезами по взрывающимся мухам, которые респавнятся из огромных куч говна. Вот тогда... Это же круто! Это абсолютно нормальная ситуация в этой игре. Более, ну, она вся такая. И, ну, это немножко как-то так вот шизоидное в этом есть что-то. И абсолютно ненормальное, но в это играть довольно-таки интересно. Вот, поэтому вот тут я Пашу полностью поддерживаю. Да. Ну что, у меня список, в общем-то, все. Я, кажется, все назвал. Ну, замечательно. Оп. Я вот, знаете, сижу и думаю, да, мы обошли главную игру этого года по версии VGX. Это же какой-то Dragon Age, что ли? Конечно, Inquisition. Ах, вообще, как бы ее не упомянули никто, да, и даже никто про нее не вспомнил. Потому что никому она не понравилась. Игра вполне себе. У меня вполне вот хвалебные рецензии на канале. Вполне себе. И отличный получился Dragon Age. Один из лучших среди последних. И с огромным количеством всего-всего-всего. Но просто я не знаю, чего бы мы тут могли сейчас наговорить про Dragon Age нового. Вы можете посмотреть, что было в репортажах, например, с Gamescom'а на GSTV. Вы можете посмотреть мою рецензию, которая фактически вторит тем самым репортажам. И... Ну, тут альтернатив-то особо и нету. Среди RPG в этом году было легкое затишье, а Ведьмак перенесли на 2015, причем на середину, уже сейчас. 2015. Ну, не середина, а конец весны. Ну, почти середину. Мая — это уже ближе туда. Если бы в июне была бы середина. Ребят, а вот я, знаете, с VGX не соглашусь, потому что игра года, которая, кстати, с недавних пор еще и RPG, и причем еще и MMO, это вот та обалденная вещь, которую мы с вами стримили 1 апреля. Это, собственно, симулятор козла, который, да, недавно превратился в MMO. Причем, по-моему, даже это бесплатное обновление. Да, это бесплатное почти вышло. Ну вот, вот действительно, игра года. Но я по поводу... Да, нашей скромной симулятор козла. Да, по версии трех гадов из ларца. Какие судьи, такой победитель. Ну да, да. Но я от себя быстренько еще скажу, что вообще вот Dragon Age, я, наверное, не знаю, из немногих или таких, как я, наоборот, много, но не скрываются, не понравилась мне серия. Более того, я даже теперь боюсь как-то за Mass Effect садиться, потому что тоже Mass Effect мимо меня прошел, Dragon Age мимо меня прошел. Я решил начать в Dragon Age играть. Первый, он, по идее, клевый. Я в него помучился часиков с 10 и понял, что ну его нафиг, не зашло. А Инквизицию мне хватило буквально там, не знаю сколько, получаса, 40 минут знакомства на Gamescom'е, чтобы тоже понять, что в это я играть не буду. Вот, но, не знаю, видимо, такие у меня извращенные вкусы. Молодец, а мне хватило тех получаса, сидя через одно кресло от тебя, для того, чтобы понять, что в это играть я буду.
Не, ребят, просто смотрите. А Паша такой в нейтралитете остался посередине. Не-не, я не в нейтралитете, просто было много действительно хороших игр. Тот же Divinity Original Sin, обалдительная совершенно RPG-шка. Dragon Age мне вполне себе понравился. Просто, ну, это большие игры, в которые я вот сейчас не очень люблю играть. Можно вспомнить даже, например, Dark Souls 2, между прочим, который мы вообще и не упомянули. При этом это, может быть, не прям совсем шедевр, но действительно очень большой хит. О, ребята, а этот аддон к Дибле, Reaper of Souls, в этом году вышел? Reaper of Souls, да. Вот во что я играл. Просто, да, ну, всего же не упомянешь, что... Невозможно, да. Мы вроде тут чуть-чуть, а уже час прошел. Да, я там еще заметил, только с этим годом буду пробить. Да, ну ничего, мы сейчас... Может быть, давайте переходить к следующему тогда? Да, да, и мы просто сейчас шустренько пройдем, потому что по некоторым стоит лишь прокомментировать те или иные вещи, да? Я надеюсь, с геймплеем на определенные из них вы ознакомились, видео я прилагал. Итак, 2015 год, что ждать и чего не ждать? Ведьмак 3, перенос на май, стоит ли ждать снова? Как это? Away and Away. Ну, конечно, стоит, это же Ведьмак. Очевидно. Я видел в комментариях, кто-то писал, что типа я больше жду инфу по Ведьмаку. А никакой особой инфы-то нету. То есть Ведьмак делается, Ведьмак выглядит хорошо, Ведьмак выглядит, я бы сказал, даже замечательно. Все, в общем-то, все вот эти переносы, они исключительно ради игроков, чтобы не получилось как с Assassin's Creed Unity, где Ubisoft-то решили, что, ну да, у нас очень много ошибок, у нас надо еще допиливать на протяжении там пары месяцев, но мы все-таки выпустим игру, и неважно, что мы словим достаточно много негатива, главное, что мы ее выпустим. Вот ребята решили, что с Ведьмаком так делать не надо, и нужно просто довести его до ума и убрать вообще все возможные проблемы, как у консолях версии, так и у ПК-версии. Ну, во всяком случае, так, чтобы патчить можно было по мелочи где-нибудь там в квестах и так далее, но ни в коем случае не с производительностью самой игры, и тем более с ее визуальной составляющей. И, кстати, пока ждете Ведьмака 3-го, можете поразвлекать себя такой специфической забавой. Вышла от CD Projekt Red и, собственно, электронная версия, да и физическая настольная игры по Ведьмаку The Witcher Adventure Game. Она есть. Это очень-очень, она такая специфическая. Нет, я вижу на мобильном. Она как бы на мобильном и физическом варианте, она абсолютно по правилам одна и та же. И как бы и арт там один и тот же, и все одинаково. Там она может, ну, не всем настольщикам приглянуться, но она интересная. То есть она, там она и издатель у нее хороший, и ее, как там, Игнатий Чевичек, по-моему, есть такой геймдизайнер настольных игр. У него интересные проекты. И, по-моему, вот этот вот Witcher он делал, если я ничего не путаю. То есть она в целом, это не просто, знаете, как сопутствующий товар. Но есть там пока свои минусы, насколько я вот так вот слышал. Но, кому интересно, она даже, по-моему, в Steam'е промелькивала. Или это что-то путало. То есть она вообще под мобилки, но и на комп вроде тоже планировалась. Ну и в любом случае есть. Она планировалась, но, по-моему, они ее в итоге так и не выпустили. Она вышла под мобилки. Вышла, да? Мне кажется, я ее в Steam'е видел сейчас. Вечер, да, за 7 баксов продается в Steam'е. Ну, как бы 7 баксов можно... Вот. Ну, кто ничего, любит, можете... Ничего, у всех баксов. На сколько стоит дороже физическое. Ну, понятно. Вот. Ну, так что Ведьмак есть Ведьмак, и тут особо как бы вопросов нет, поэтому... Там, кстати, будет интересно, не только за Геральда будем играть, да, но и за другого персонажа, который уже промелькивал на видео. Едем дальше, да, не будем останавливаться. Uncharted 4, A Thief's End. Первый геймплей показали на PlayStation Experience. Я, например, почти все 3 часа смотрел в прямом эфире через, так сказать, устройство от самой Sony. Хотя это было странно и извращенно. Вот, кстати, обращение к компании Sony вдруг услышат. Все-таки вам в Твиче надо, чтобы можно было выбирать любую трансляцию и как-то, может быть, отдельное приложение, что ли, запилить. А мне пришлось это запускать через браузер. А на PS4 браузер все-таки, ну, не то чтобы прям уж хороший. И...
первый раз ты запускаешь, он такой типа «мало памяти!» и вылетел. Ты снова запускаешь, и все окей. Вот, вот как-то странно, и зачем, если этот функционал изначально предустановлен, запускать было через браузер, но как бы альтернатив-то нет. Я потыркался, понял, что никак, и... Ну, в общем, как бы нормальный такой правильный вброс говна в сторону Sony. Ладно, а вот насчет еще одного, возможно, тоже правильного, ну, потенциально с твоей стороны вброса говна. А, вот тебя как главного нашего фапера на графику, вот картинка Uncharted 4 не смущает вот в этом новом геймплейном ролике по сравнению с тем, что они раньше показывали? Там, где он просыпается на острове, в джунгли уходит. Есть такое дело, да. То, что они показывали изначально, был пререндер. Это раз. И там была немножко, было немножко другое освещение. В общем, в реал-тайме, когда после на PlayStation Experience для журналистов были отдельные сеты с разработчиками и показывали техническую сторону Uncharted, да, 4-го, они показывали, что вот если мы сейчас поменяем освещение на то, как это было в первом ролике, который показывали, где был Натан, то мы получим ту же самую картинку. Они получали ту же самую картинку. Поэтому у Анчен нормальная такая болезнь современных игр именно в плане освещения. А, вот то есть определенном ночь, дождь, освещении... круто, а все остальное... Да, при определенном освещении вот прям вообще нереально. А при определенном, ну так себе, средненько. При этом Анч выглядит очень-очень свеженько, достаточно детализированно. Джунгли тоже выглядят местами, да, он там вот когда выходит в... между двумя скалами в некую такую расщелину, смотришь и понимаешь, ну, ну, в принципе, да, прям шикарно. Но, с другой стороны, остались ограничения, которые были раньше в Uncharted, то есть это вот две стены и все. И ты лезешь по этим стенам. Но при этом они неплохо подправили анимацию, хотя по большей части она осталась одной и той же, но вот какие-то моменты они там допилили и добавили. Плюс это стало поживее, стрельба стала поживее, и сам Анч смотрится немножко поживее. Там тоже есть момент, где он... лезет, сбрасывает человека со скалы, он падая, хватается за его ногу, и нужно еще сбросить его со своей ноги. Ну, то есть, нажим на легкую кинематографичность, ну, вот вау-эффекта, например, как после ордера, не остается однозначно. Я не видел живую версию, не видел живого геймплея, увижу живой геймплей, скажу более точно, но пока немножечко так вот похуже и хотелось большего вау-эффекта. С другой стороны, Uncharted это Uncharted, и он выглядит сейчас вполне себе так вот next-gen-ово. Вот сейчас, например, скалы я вижу, например, я вижу уже на YouTube. Да, он уже здесь у нас по скалистым джунглям, я даже не знаю, как это назвать. Как вот эта вот система скал называется, интересно, по-научному? Да, пещеры, да, то есть, как бы, тоже без понятия. А? Пещеры. Ну, я не знаю, просто тут какое-то нагромождение скал, это все еще в с буйной растительностью. Сейчас будет момент очень тоже прикольный, то есть наконец-то враги перестали тупить и быть дико заскриптованными. То есть вот он сейчас ползет, и тут бум, один его запалил. Он начинает стрелять, но при этом он падает и падает на одного из тех стоящих внизу. Я понимаю, что разработчики это специально вот так подстраивали, да, он полз. Но это все равно прикольно, и там будет много подобных моментов, которые позволят добавить еще больше вот этого вот кинематографии. Метаграфичного драйва. Однозначно не для всех. Я уверен, сейчас Кирилл скажет, что что-то как-то там... Все не то, но при всем при этом Анч это Анч, и он любим многими за вот подобную систему. Плюс теперь укрытие разрушается, и вот это вот количество мелких изменений, плюс ну, явно похорошевшая графика будет шикарно. Мне вот эта вот штука, кстати, понравилась, и я совершенно не понимаю, если такого не будет в Том Райнере, я прям, не знаю, надо просто вешать за одну причину место. Смотрите. Ну вот это же обалденно. Ну почему? Почему этого не было в последнем Том Райдере? Это абсолютно шикарная фишка, и таких чувствуется вот как раз допиленных особенностей будет очень-очень много. Поэтому однозначно с этой точки зрения зачет, и говорить о том, что как бы Анч будет плохой рано, просто потому что у них даже альфа сейчас нет, это пре-альфа. То есть это вот прям набросок, чтобы показать хоть что-то. Ну и отдельный камень в огород компании Microsoft. Sony показывает нам хоть что-то.
Ну, правильно же? Вот тот момент, да? Смотрите. Да, Паша выключил. Ну да, вовремя. Да, вот, да. Он успел зацепиться за его ноту. Вообще шикарно. Ну, на мой взгляд, самое оно. Поэтому как-то так. Ты сказал, что я сейчас начну говно обливать. Нет, на самом деле Uncharted тоже так сложилось, что хоть у меня был опыт общения с, причем немалый, но с проектами третьей плойки, Uncharted я с ней знаком только по Вите, и понятно, что ну там совсем не то, что полноценно. Но вот это та серия, ну, не знаю, мне вот то, что я сейчас вижу, очень напоминает Tomb Raider, какой же, наверное, позапрошлогодний или прошлогодний. И с учетом того, что Tomb Raider... года переиздание вышло, поэтому этого года. А, ну, окей. С учетом того, что мне очень понравился Tomb Raider новый, то, как бы, вот то, что я сейчас вижу, мне тоже нравится. Другой вопрос в том, что, как я понимаю, оно, ну, так вот, масштабно не сильно отличается от предыдущих трех частей. Или скольки? Да, а трех. Мы не можем судить. Это вот, а, вот ну, сейчас ну, этот как? Маленький нет. кусок. То есть, может быть, здесь это не так масштабно. А оно у нас как кинут, и мы такие... Ну, вряд ли, понимаешь? Короче, это здорово, но я боюсь, что для тех, кто уже три раза это все проходил, четвертый раз будет, наверное, не так круто, как, знаешь, как впервые. Ну, это ты вот про эту фишку с Assassin's Creed и Ватманом. Да. Это вот, ну, тут тоже. Вот если Far Cry 4 был первым Far Cry, это была бы игра десятилетия. А так, ну, нормально. Не, я вот жду просто потому, что каждая история Натан Дрейка для меня это как поход в кинотеатр, да? На очень-очень крутое кино, которое я ждал. Раньше были фильмы про Индиана Джонса, вот последние годы как-то про них подзабыли и подзабили на них, а это вот прям такая вот классическое возрождение духа Индиана Джонса в видеоиграх. При этом играющие как раз вот немножко в другом поле, чем, например, Tomb Raider, что и замечательно. Потому что если бы они играли в одном, то ну, было бы просто неинтересно. То есть это больше кино, чем игра, а там больше игра, чем кино. Как-то так. Ну что, а едем дальше. У нас. Есть у кого-нибудь что-нибудь добавить, может быть, Паша? Нет, нет. Нет? Окей. The Order 1886. Да, вот уровень на дирижабле, в общем. Впечатление от игры. Я так понимаю, из вас никто, да? Еще русскую PlayStation не посетил. Не пнул Илью Пожарского для того, чтобы посмотреть на Order. Нет, да, это тишина. Я как вот на работу в Минске иду, я каждый день захожу в офис в Минске и этого Sony, и там смотрю на новые демки с дирижаблями. Ладно, окей. Я сегодня выложил превью на Order на своем канале, можете зайти посмотреть, там все более подробно. Назову три аспекта быстренько того, что вот поменялось с Gamescom. На Gamescom, напомню, была локация, которая была в городе, и мы бегали, собственно, по городу, вот маленькой. Все говорили, что это похоже на Gears of War. Отчасти понятно, что это было похоже на Gears of War. Вот здесь очень сильно поменяли управление. Теперь это стало легче, никакой тяжеловесности, все убрали абсолютно. И теперь это, наверное, вот по стилистике, по управлению больше похоже на какую-то помесь Heavy Rain плюс Uncharted. Что-то среднее, но при этом достаточно плавное и удобное. Поэтому ребята развиваются, они молодцы. Я имею в виду разработчики. Что касается второго такого момента, потому что в том геймплее как-то особо не обращал это на себя внимание, а здесь обращает. Вот спуск по дирижаблю — это абсолютно управляемая ингейм штука. Это не CGI, это не ролик. То есть мы действительно управляем тем, как герой опускается, и вау-эффект просто обалденный. И отсутствие каких бы то ни было элементов игры, да, будь то количество патронов или что-то в этом духе, опять-таки добавляет максимальное количество кинематографичности. Еще больше стерлись эти две полоски сверху и снизу, теперь их особо и не замечаешь. Ну, это да, но потому что все на них изначально пеняли, да нифига не попадаются на глаза, и там дико, просто невероятно крутая детализация и анимация. Ну, вот все, что можно, знаете, это вот игру, которую каждый сантиметр делали, снимали motion capture. Я не представляю, зачем и... теперь я представляю, зачем, да, чтобы получилось очень круто. Это понятно, но при этом это дико дорого, мы все это понимаем, и оно действительно работает. То есть ты погружаешься, как вот в такой CGI-мультик. Помните, там Президент Ивова выходил, какой-нибудь Беовульф мне вспоминается. Что еще, Паша, ты у нас больше в этом...
посетляем мультиком. Да, да. Ну, финал фэнтези и так далее. Да, финал фэнтези. Мне вспоминается эта хрень про капитана Харлока. Не, вот это вот ты сейчас правильно сказал, хрень, да. Пацаны. Я вот вы еще Харлока вспоминаю. По-любому. Вот ты говоришь, стерлась грань между кино и играми. Вот эти две полоски, на них уже никто внимания не обращает. Для пущего эффекта мой совет бесплатный Sony: вставьте в игру вшитые корейские субтитры, которые... Да. Вот тогда... А лучше прям включи, да, то есть, чтобы можно было менять русская озвучка, но при этом корейские субтитры. Не, чтобы не озвучка любая, а вот чтобы субтитры по-любому, даже если ты ставишь английский, то английские поверх корейские должны быть вшитые. Вот знаешь, да, вот да, как... хардсап так жесткий. Да, вот тогда уже точно все подумают, что ой, это, наверное, кино идет. Ну, в общем, замечательно. И третий, да, такой тоже немаловажный момент — обалденный сеттинг. То есть, действительно, очень-очень круто проработанные локации, которые погружают тебя в вот такой вот извращенный викторианский Лондон. Ну, здесь чем вот же он извращенный-то? Ну, извращенный в том плане, что он нифига не классический, там у нас есть всякие оборотни и все остальные. Поэтому это попахивает местами извращением, особенно если ты посмотришь, там чистый стимпанк, то есть ты понимаешь, что это 19 век, но там куча технологий, которых там быть в принципе не может. И они еще и детализированы, визуализированы, поэтому, в общем, тем, кто любит стимпанк, тем, кто прется от последнего слова в графике и любит вот такие сюжетно-ориентированные игры, но все-таки шутеры, по большей части, однозначно стоит посмотреть в сторону ордера, потому что пока вот ничего даже близко подобного нету среди других тайтлов. Вот сейчас должно прямо у Microsoft очко так заиграть. Потому что, да, я помню, как выглядит Alan Wake вживую, и могу вам сказать, что там, ну, пока это совершенно разные игры, играющие в совершенно разных ключах, но при этом Microsoft неплохо бы сделать вот что-то такое. Просто потому что, наверное, надо. Вот. Ну и как бы у меня усё. Ну тут ты-то так прям расписал, что так и добавить нечего. Разве что, вы знаешь, ты тоже ты когда говоришь. Не, давайте ей, что заходим на мой основной канал и смотрим превью. Здесь я могу себя рекламировать сколько угодно. В общем, ты говоришь, что там инновации и все такое. Согласен, что, ну, сеттинг уникальный, красиво они, хотел сказать, пищу к носу подтянули. Нет. На полшишечки, да. Ну, красиво. Я сказал, даже на шишечку прям полностью. Кино и экшен вот так вот соединили. То есть это вроде как бы и Gears of War, а вроде как и Heavy Rain, и вроде как и не то, и не другое. Но я вот сейчас, вот особенно вот, подожди, вот в этом эпизоде я смотрю и думаю, так это ж... как это, Call of Duty 1884, вот капитан, да. Пирс, да, вот он тоже, знаешь, вот прямо вот врубите сейчас трейлер колды любой, и почти то же самое, только в другом сеттинге. Но это все так тоже. Это показывается, вот смотрите, сейчас вот подтянулся, да? Бум. Но только из-за треугольничка, а так вот, если бы не замедляли время и без треугольничков, то вполне себе такая Call of Duty. Ну, в общем, неважно, игрушка, я согласен, действительно намечается очень интересно, если как ты знаешь, тот один из довольно-таки редких случаев, когда у меня впечатление о проекте улучшается и улучшается. То есть да. В начале, сейчас даже я вот со всей своей упертостью, но я склонен согласиться, что теперь это совсем не похоже на Gears of War. То есть если в начале я бы сказал, что это калька, то теперь... Там стелс, кстати, появился. Ну, стелс к чему угодно можно прикрутить, но теперь вот мне очень понравилось, как ты выразился про вот это вот, что раньше была тяжеловесность, а теперь нет. Я не знаю, как это объяснить еще другими словами и что они сделали, чтобы этого избавиться, но если вначале я видел вот это вот, я смотрел на бородатых мужиков в плащах, а видел перед собой экзоскелеты такие. Ну, да, не экзоскелеты, но вот этих вот из Gears of War ребят с бензопилами в валенках таких гигантских, то теперь они действительно как-то от этого отошли, и нет ощущения, что здесь игра от укрытия до укрытия. Вот, поэтому, ну, Order это, пожалуй, наверное, сейчас один из самых интересных проектов
Карнгена. Я бы даже вот так вот сказал. Ну, потенциально, что в ближайшее время выйдет, точно. Причем и, ну, из эксклюзивных, которые... То есть, ну, вот мы сейчас скоро будем говорить про Dying Light. По мне, так тоже игрушка шикарная. Или тоже Ведьмак. Ну, понятно, что тут все разные жанры, но тоже очень клевые игры, но... Вот Ордер, он такой один, и здесь можно так по-доброму позавидовать владельцам четвертой плойки. Ну или самому. Ну да. Совершенно точно. Ну, я так понимаю, у нас все, да? Идем дальше. Bloodborne. Я здесь не зря пометку сделал. Кооперативные побегушки. Последнее, что показывали, это возможность кооперативного прохождения. Они, в общем, позаимствовали идею из Diablo. И там появятся автоматически генерируемые локации для кооперативного прохождения. То есть вот собрались мы побегать с кем-нибудь из вас, да, потому что там все-таки на двоих завязка. И вот какое-нибудь подземелье там, бум, сгенерировалось совершенно случайным образом и стало фактически уникальным. И, соответственно, мы можем проходить. Там будут также боссы, там будут какие-то вариации заданий, но в большей степени это больше такое похоже на рейд, в который мы пойдем. В общем, Diablo. И, на мой взгляд, для продолжателя серии Dark Souls'а это не самый плохой шаг. Это они... очень хороший. Да, подтянули фишка, очень правильную идею и реализовали ее, ну, вполне себе достойно. Ну, я не знаю, что можно вот про это сказать. У меня одно слово, но у меня вот если как это про Ордер меня впечатлил, то здесь наоборот. С каждым трейлером у меня все хуже и хуже впечатление об игре. Как-то, по-моему, просто убого. То есть меня не прельщает ни сеттинг, ни графон, особенно вот в начале, ну, как это так, видел, он просто почти пробежал сквозь какого-то мертвого тролля. Причем его еще пнул так, что тот как будто невесомо отлетел на пару метров. И, ну, наверное, это интересно. То есть я понимаю, что у подобного есть свои поклонники, но более того, я вот сейчас даже смотрю на все это и понимаю, что если сейчас камеру поднять там, ну, на пару метров, то это же... Да. Это Дибла. Дибла, да, причем, да. Вот, причем именно вот Reaper of Souls, там тоже Westmarch, вот один в один. Тоже темно, ящики и скелеты. Но лучше я поиграю в Диблу. Саму Диблу. Не знаю, да, в саму Диблу, чем вот в этом. Не знаю, не могу. Вот такая, знаете, как это, иррациональная неприязнь. Ну, мне, в принципе, пока нравится. Единственное, вот насчет сеттинга, да, он какой-то немножко странноватый, специфический, монстры какие-то странные, непонятные чуваки в плащах с фонарями, что это вообще и что вокруг происходит. И при этом отдает японщиной. Да вот в том-то и дело, что японщиной-то оно как-то очень странно и почти, в общем-то, не отдает. Причем какой-то странный японщиной, какой-то такой вот с душком каким-то. Вот, ну, вот да, вроде японщина такая, знаете, в этом плане, по-моему, был все-таки прошел. Лучше. Ну, как-то попахивает, давайте переключим. Да, да. Давайте переключим. Ну, не, ну, в любом случае, поклонники есть, замечательно. Мы не могли не упомянуть. Battlefield Hardline. Туда ли движется серия? У меня такая пометка, и я поясню. Не так давно появился трейлер, который показывает сюжетную линию, и это прям сериал про полицейских. Ну, да, вот прям так. Battlefield, да, про полицейских уже немножко странно, почему он Battlefield. Да, да, но теперь это еще и в формате какого-то сериала, да, то есть мы понимаем, такие, полиция Майами в формате Battlefield. Вот так. Ну, что от себя сразу скажу, видел и мультиплеер, и синглплеер, и вот здесь как-то... скажем так, как Call of Duty с Battlefield. То есть, как мне кажется, здесь сейчас будет мультиплеер довольно-таки посредственный, потому что, ну, самые интересные фишки из него как-то поубирали, он стал коридорней, меньше разрушаемости, меньше какой-то вариативности, по крайней мере, как показалось вот по ветке, которую мы видели. Да, да, которую... Да, ну, в стриме лишь. Вот. Но в то же время то, что когда это на Gamescom было, посмотрели прохождение синглплеера, если все будет действительно так, то сингл очень даже интересный, там есть прикольные штуки, он одновременно и драйвовый, и кинематографичный, ну вот то, что надо.
Вот еще же в сингле некоторая такая свобода прохождения появилась. Да-да-да, там такой мини-сэндбокс, плюс можно разными путями, там можно заснайперить, можно стелсом, можно напролом. То есть итог все равно один, но локации станут, ну как, опять же, станут больше. В Battlefield'ах они станут вариативнее немножко. Вот, вариативнее, да. Так что, ну, с этой точки зрения интересно. А вот если, ну опять же, это такой прогноз или личное мнение, но если хочется в 15-м крутого сетевого шутера, то подождите, ну, какой-нибудь, не знаю, там, «Радугу новую». Я не знаю, успеет она в 15-м выйти. Не, он выйдет к концу 15-го, скорее всего. Вот, но вот если говорить про мультиплеер или какой-то там кооператив, то, ну, не то, по-моему. У нас сегодня будет еще одна игра, которая мультиплеер и частично, да, кооператив. Ну, да. Да, так что будет? Уже есть. Dying Light. Зомби. Вот, кстати, а вот это просто, повторюсь, уже сколько раз говорил. У меня, когда говорят про Dying Light, я включаю одну и ту же такую пластинку, сейчас начну даже поскрипывать. Вначале не понимал, чем отличается Dead Island, но каждый раз, когда я вижу эту игру, каждый раз мне все больше и больше нравится. Вот даже сейчас я смотрю этот трейлер, я его уже видел, но он мне все больше и больше нравится. И фиг с ним там с кооперативом, не с кооперативом. Ну, просто в нее приятно и интересно играть. Она сочетает в себе как бы вроде ничего революционного, то есть крафт оружия видели, всякие там побегушки, паркур, видели, зомби, ух, зомби видели уже, тошнит от них. Но оно все вместе как-то так сочно, красиво, интересно завязано. По крайней мере, опять же, вот то, что мне удалось увидеть и пощупать, там нету перегибов. А как только тебе, вот, допустим, ну, все время типы геймплея меняются. Вот ты бегаешь там, ну, не знаю, по каким-то катакомбам, выбегаешь ночь, кругом такой-то хоррор, трупы, вот ты почти спокойненько прогуливаешься по городу, вот ты уже скачешь как какой-нибудь Мирреджа с крыши на крышу, и все время это меняется, чередуется, ну, не знаю, круто. Еще с учетом того, что там много таких всяких кооперативных, мультиплеерных интересных фишек они повводили, ну, просто вот один из самых ожидаемых проектов, если не всего года в целом, то уж первую половину так точно. Знаешь, ты вот что тут, блин, очень много слов. А зачем? Вот была на Penny Arcade прикольная, прикольный комикс-стрик, блин, комикс-стрик, комикс-стрип про, боже ж ты мой, я забыл название игрушки. Как было вот это вот про Алика Мерсера, который в городе, зараженном какой-то гадостью, превращался в мутанта и бегал всех мочил. Прототайп. Да, прототайп. Вот, там было все очень просто написано. Прототайп — это игра, в которой можно ногой в прыжке сбить вертолет. Поэтому идите играйте. Вот здесь у меня примерно такое же отношение. Это паркур с зомбями. Вам что еще нужно? Ну да, да. А, кстати, у меня до сих пор холодок в душе, когда я в трейлере вижу, что он прыгает на пакеты с мусором со здания. Нет, да, ну, если бы там не стояла телега с сеном, тебе было бы легче, да? А представьте, это вживую. Я трейлера не видел, и вот тоже играем, комментирует пиарщик Техланда Радослав Гробовский. И там бандит, он говорит, убегай, я бегу. Обрыв, мне некуда бежать. Он говорит, прыгай. Я говорю, так разобьюсь. Он говорит, прыгай. И я вот не знаю, что там пакеты. Я с разбегу прыгаю. И там, знаешь, снизу пакеты. Он еще твой герой так руками. Я понимаю, что я сижу с джойстиком и такой делаю. Да-да, и это реально круто. То есть вообще без вопросов. Поэтому Паша тоже отлично отметил. Паркур, зомби, можно убивать. Все. Ну да. Just Cause 3. Трюки, песочница, тропический остров. А, кстати, вот... И это не Far Cry 4. Смотрите, Just Cause, на самом деле, переводится, походу, как «правое дело». И так, да, изначально, почему игра так называется? Вроде бы так называлась какая-то военная операция штата где-то на Ближнем Востоке. Но меня очень прикалывает Just Cause переводить как «просто потому что». Да, вот примерно, да, это суть игры описывает, да. Да, и зачем там бегает какой-то мужик по стране с парашютами, за машины цепляется, там на ходу выкидывает, самолеты взрывает? Просто потому что. Зачем в это стоит играть? Просто потому что это действительно весело.
Да, я, кстати, когда увидел первые скриншоты, я запаблил у себя в ВК и прокомментировал это так. Вот смотришь на скриншоты, и одна мысль в голове — графон. Да, по скринам красиво, да. То есть прям, ну вот, не то что графон в плане какой-то там нереальности, да, как ордера, или очень такой правильной направленности next-геновой, как у Assassin's Creed Unity или Uncharted 4, а именно графон из-за общей яркости, из-за какого-то невероятного освещения, а вот этого вот масштаба, и ты понимаешь, что, наверное, хотелось бы вернуться на вот такой тропический остров и действительно, вот, как отметил Кирилл, попрыгать с парашютом, подцепляться за автомобили, помочить, потому что... И им главное сейчас разработчикам... просто не сложать, потому что им главное, вот как мне это видится, не сделать игру уж слишком, ну, не то чтобы аркадной, куда уж аркаднее, да. В общем, сделать, по сути, клон предыдущих двух частей. Вот даже, видите, сейчас скриншот, вот эта фишка с цеплянием к баллону, это пошло еще самое, вот в первой части, во второй было, там можно было врагов к этим баллонам привязывать. По-моему, и был враг привязан, я так понимаю, вдалеке еще летел. Не знаю, мне кажется, это он сам к баллону прицепился и решил. Нет, так это вообще на отдалении, ну, сейчас Паша вернется. В общем, но что самое интересное, пускай бы они просто вот с таким крутым графоном оставили тот самый геймплей. Им главное его не сделать каким-то уж слишком серьезным или не приделать сюда какие-нибудь, ну, не знаю, там, ну, да, испытания пошлые... на время. Главное не испортить. Да? Простенькие пошлые шутки, чтобы было поджигание полей конопли и все, что было в прошлых частях. Что нам еще для счастья? Не-не, в Just Cause коноплю не жгли. Это же было в Far Cry 3. Нет, а в Just Cause там даже огнемета, по-моему, не было. И как хоть я все равно... Нет, Far Cry 3 жгли, это понятно. Все окей, но с коноплей во второй части было отдельное... Там это было не основное задание, а как бы побочное, но оно там было. И, ну, ладно, не... и там очень это хорошо высмеивалось, потому что чуваки так бегали и орали, типа, что их жизнь кончена, и вообще весь смысл их жизни был в этом поле. Не, ну это очень правильно высмеянная штука, и вопросов не возникало, да, зачем и почему, да просто потому что весело. Я помню, кстати, что в втором Just Cause был остров из Лоста, то есть там реально, вот летишь, неважно какая погода, ты летишь, подлетаешь к острову, начинается гроза, тебя по-любому молния фигачит самолет, ты падаешь, на острове есть дымок этот черный, вот там можно найти. Можно найти бункер и можно найти надпись «Help» на пляже. Вот. Класс. Да. Да, это, да. Блин, и что это, ли, поставить ее еще раз и посмотреть это место, что ли? Посмотри. Даже до сих пор в нете можно найти точные координаты. И, ну... Я больше скажу, она до сих пор выглядит круто. Да, ну не то чтобы круто, но очень-очень приятно. Это очень прилично. А знаете, что надо делать разработчикам, чтобы Just Cause 3 стала вообще, ну, не просто интересным проектом наступающего года, а одним из лучших? Разрушаемость, как этот экшен гирит. Да. Вот. Тогда это будет все. И все застерло просто раз все тайтлы, которые будут выходить. Правильно. Есть такое дело. Ну вот взрывы здесь очень эпично выглядят. Прям... без всякого. Ну и я так понимаю, вообще, наверное, стоит ждать, хотя хотелось бы взглянуть на геймплей на живой, да, то есть то, что, ну, вопроса, то, что дрыгается, да. А не на скриншоты. Ну, я что... думаю, на живого геймплея там не будет, там будет геймплей больше огнестрельный. Ну да. Скаламбурил, ну да, ну да. Ладно, давайте, я повторюсь, дико нравится освещение. Да, у нас осталось герой этот сзади. Там еще какой-то чувак прицеплен, да, есть такое. А может быть, это намек на кооператив? Совместные полеты на баллоне. Что может быть романтичнее? Да, действительно. Ладно, давайте я вам поставлю ролик того, что дрыгается. Того, что у Бэтмена дрыгается, да? И я на 10 секунд отойду буквально. Ну нифига себе. Попадешь, подрыгаешь там, да? Да, пойду подрыгаю. На Бэтмена. Правильно. Бэтмен, конечно, новый, никуда от него не деться. Замечательная такая игрулька, которую мы все видели. И, наверное, сейчас вопросов не возникает о том, что это за игра и с чем это едят. В последних роликах появилась демонстрация того, как можно использовать Бэтмобиль. Бэтмобили, оказывается, можно использовать совершенно разными
подходами, и это на него завязана как определенная часть геймплея. То есть, например, есть такая фишка: в одной из локаций мы опускаемся на лифте в подземелье для того, чтобы лифт при этом клинит, и для того, чтобы опустить вот эту вот вагонетку лифта вниз, ты подзываешь автомобиль, подгоняешь, цепляешь, он тебя опускает вниз, ты проходишь внутри все, что тебе нужно, делаешь, и он тебя снова назад наверх вытягивает. Круто, круто. Ну, понятно, что будут пострелушки на автомобиле и покатушки. Да, собственно, вот они сейчас и демонстрируются. И вообще общая завязка с автомобилем добавляет Бэтмену некой масштабности, на мой взгляд, и это замечательно. Очень жалко, что перенесли. Я от себя скажу, что вот ты сказал... В общем... Ты упомянул, что уже абсолютно понятно, что из себя будет представлять игра. Я немножко конкретизирую, что это понятно по той причине, что это уже четвертая игра в серии. И, как я упомянул в начале подкаста, ну, сколько можно одно и то же. Пускай с лучшим графоном. Я очень люблю Бэтмена. Ну, может, автоматик разбавит. А, очень сомневаюсь. И понимаешь, вот тоже, если первые два Бэтмена проходил с упоением от начала до конца, то третьего так до конца и не осилил, просто потому, что надоело. Делала другая студия. Просто потому, что... Нет, ну, там нормально, все, ну, просто надоело. И вот на это смотришь, клево, кинематографично, вообще без вопросов. Но четвертый раз то же самое, ну, как-то... Ну, то есть ты на машинке покатаешься и все. Да, ну, на машинке я могу покататься, ну, не знаю. В GTA. В GTA. Да не в GTA, по гоночке поставить. Вот, кстати, давно не было каких-нибудь гоночек с такими вот, знаете, чтобы не просто поездить, а поездить и пострелять. Вот. Вот если бы сделали игрушку, ну, так извини, когда он вышел. Я имею в виду вот свеженького. Я вообще имею в виду. А, вообще, не, вообще-то понятно, вообще, поездить, не скажу, что хватает, но да, есть. Но вот если бы сделали отдельно там какой-нибудь спин-офф про там гонки на Бэтмобиле, и чтобы там у Джокера был свой Джокер-мобиль, у Бэйна был свой Бэйн-мобиль, понятно, что это... Что это за Марио Карт? DC-картинг. Да-да, вот, DC-картинг, какая-нибудь такая вот аркадная... Да и под Нинтендо, я понял, окей. Вообще зажибись. Вот это было бы ересь, но это было бы зажигать. А может быть, это был бы файтинг тогда от создателей Mortal Kombat, но на автомобиле. Injustice, уже есть Injustice, и там, кстати. Там нет машинок. Нет, есть. Там Бэтмен в своем фаталити вызывает, по-моему, нет, свой автомобиль. Найтвинг вызывает свой мотоцикл. Там есть машинки. Вот. Но. А я хочу кататься. Просто кататься. Понимаешь, вот не хочу вызывать для фаталити, а хочу, чтобы вот прям сойтись тогда лоб в лоб с Джокер-мобилем или с Чучело-мобилем. Вот ты сейчас сказал, я хочу кататься, мне вспомнилась песня вот эта, а я сяду в кабриолет. Да-да-да. Как здесь. Ну, в общем, Бэтмен это круто, и особо добавить, я так подозреваю, что у нас нечего. Absolutely. Вот у меня стоит две замечательных игры, я вообще предлагаю их объединить и добавить еще две, потому что написали, я про них реально забыл, и немножечко прокомментируем их тоже в конце. И Вольф, у меня написано «Один против четырех» и «Mortal Kombat 10». Это вот, ха. Ну, на да. самом деле, Вольф — это вот то, что я имел в виду под мультиплеерным и даже немного кооперативным. Да, мы пытались его стримить, когда была большая альфа, но мы это делали, пытались сделать в первый, что ли, или второй день, и сервера лежали благополучно, так ничего не получилось. Тем не менее, мне самому потом удалось поиграть, и я, в общем, в полном восторге. Это действительно вот еще одна из тех игр, про которые я говорил, когда не нужно проходить большую кампанию на 20 часов, а вечерком пришел, два матча сыграл и баиньки. Очень интересно, очень динамично. И монстры прикольные, у всех классные способности, и графика, и вот это вот... У меня, кстати, визуальная часть, она мне все больше и больше радует. Чем больше показывает, тем больше радует. Потому что у них прямо от ролика к ролику новые карты выглядят все лучше и лучше. И вот этот животный мир на планетах, который у нас переделан из... как и системы искусственного режиссера из Left 4 Dead. В общем, я поиграл, мне все очень понравилось, я жду, действительно.
А вот я сейчас смотрю, и мне это так по-хорошему напоминает даже не Left 4 Dead, а Unreal Tournament. Дизайном пушек и всем остальным. Дизайном пушек, да. 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 Но вообще должен сказать, что хоть так как-то сложилось, что вот везде, на всяких там показах, еще что-то, все время кто-то... Да, кто-то. Паша. Вот именно. Че ты больно? На что ходит на иголь? Но вот здесь, ну, действительно такой ожидаемый проект. И, как мне кажется, интересно. И Паша его полностью охарактеризовал. Вот, ну, не знаю, мое мнение совпадает с Пашиным. В общем, сесть вечерком пару партий и баньки. И так можно очень много вечеров. Да. Я вот так помню. Вот, так, собственно, в Left 4 Dead когда-то играл, в Team Fortress, в какой-нибудь там ранний Call of Duty. Вот. Сел к Тулху, как это, как сказал Виктор Кисли, да, встал в спортзал, кашки покушал на работу. Так вот здесь вот то же самое, только как это, к Тулху замочил, выпил чай и пошел спать. Ну да, замечательно. Теперь Mortal Kombat X, как называют разработчики, ну или Mortal Kombat 10, все-таки часть 10. Я вообще, вот, честно говоря, не знаю, что по поводу Mortal Kombat можно было бы сказать. Mortal Kombat — это Mortal Kombat. Я не знаю, посмотрите, кстати, выпуск с Игромира, например, стартуем. Там мы достаточно приличненько так рассказали про него. И, по-моему, этого вполне достаточно для того, чтобы охарактеризовать. Ничего сверхъестественно нового пока неизвестно. Это просто будет один из лучших файтингов следующего года. Вот прям просто можно подписаться под этим и оказаться на 100% верным. Пока мне один... некоторые сомнения вызывают новые персонажи. Как-то они немного странно выглядят, и я не уверен, что они будут прям вот вписываться в старый классический состав. Ну, а из плюсов очень-очень нравятся новые задники. Фаталити там очень клёвые. Они стали еще и динамичными. Да, и, кстати, по поводу новых персонажей, ну, по поводу вот этой вот девахи, которая сейчас на экране, Дивора или Ферры Тор, это карлик на гиганте, я с тобой еще, может, соглашусь, что не факт. А, по-моему, Котл Кан, это такой ацтек здоровый, и Кэсси Кейдж вполне себе вписываются в канон. Кэсси Кейдж так вообще и сам Бог велел. Она же дочка Джонни Кейджа и Сони Бой. Да, да, да. Вот. Да, и, собственно, вот этот вот Бог войны, вот где он? Нет, это не он. Это как, ну, раз общем, карлик на гиганте, да. Да, Ферротор. Так что, да, стоит ждать? Да, несомненно. Тем более, ты сказал, один из лучших. Что-то, знаешь, с учетом того, как часто выходят файтинги, и что анонсов особо никаких не было. Может быть, это просто один. Да? Street Fighter это анонсировали на PlayStation Experience эксклюзивно новый для PlayStation 4. Ну, учитывая, что, опять же, лично вот мои предпочтения, между любым из Street Fighter я выберу любой Mortal Kombat. Да, именно. Аналогично. То есть на все 100%. Soul Calibur, я так понимаю, он пока там что-то как-то ни туда и ни сюда. Да, кстати, очень интересная серия, но вот последняя, четвертая, по-моему, часть вышла сколько лет? 5? Больше 6 назад. Ну да, давно, мягко говоря, да. Вот, поэтому... В общем, нам написали две игры здесь в комментариях: Quantum Break и Until Dawn. Да, к Quantum Break нечего сказать и нечего дополнить. По сути, вот как на Gamescom показали, так нового ничего и не всплывало такого серьезного. Можете посмотреть демо, оценить демо в плане видео геймплея на YouTube, просто найти. Это действительно так, и вот просто посмотрите и поймете для себя, вот стоит вам это играть и не стоит. Мы много раз тоже рассказывали по поводу того, что там будет, и мне кажется, сейчас вот просто углубляться повторно, это Alan Wake, только такой прокачанный под Next Gen. Ничего в этом плохого нет, это вполне все нормально. Ну и то, что касается Until Dawn, показали новую вариацию прохождения, и, соответственно, у нас
теперь будет еще больше выбора. И мне понравилось, как на PlayStation Experience реагировал зал. То есть, когда вышел разработчик и начал демонстрировать, соответственно, как это все выглядит и как это все работает, и там были вариации, да, повернуть налево, повернуть направо, так весь зал орал: поворачивай направо, делай вот это, прыгай в окно. И народ реально за это болел. Вот, в принципе, это четко описывает то, на какой сегмент стреляет Until Dawn. Это именно вот игра для поколения нынешнего, которое любит сериалы, да, и где можно выбрать вот тот или иной ход. Ну, то вот. Есть, очень-очень даже неплохо. И, кстати, да, вот хорошая подсказочка только что прямо в чатике. Как спрашивают, когда будет Hotline Miami 2? Вот, вот что я жду в следующем году, ребята. Я и забыл про это. Hotline Miami 2. Вот это вот ода необоснованной жестокости. Вот эти вот пиксели. Просто супер. Я вот сейчас прямо аж загуглю, когда она выйдет. Аж самому интересно стало. Но по идее уже скоро. А возвращаясь... Необоснованной жестокости еще должен быть Hatred. Я, правда, не помню, когда он выходит-то в итоге. Ну да, да. Специфично. Это единственная игра, против которой я дико против. И я бы разработчиков прям за причинное место повесил на ближайшей площади. Почему? Почему? Я знаю, просто потому что запретили, по-моему, даже. Да, хотя, потому что нельзя такие игры выпускать. Просто потому что нам хватит одного Брейвика на весь мир разом. Ой, да ладно, ты в Postal не играл? Postal стебется, а эти ребята не стебутся. Они совершенно серьезной миной, серьезными вещами делают игру про маньяка. Ну, я не знаю. То есть Postal там, где в конце нужно было, по-моему, расстреливать детишек в детском саду, это значит, это они стебались? Ну, там был стеб, там это все-таки все предупреждало, а здесь ребята открыто говорят, что мы делаем серьезно. Вот такую вот. А вот, ребята, смотрите, на секундочку. Я, во-первых, к своему стыду только что от вас про нее узнал, а во-вторых, я уже успел нагуглить, что она 2 дня назад таки появилась в Steam Greenlight, и что Гейб вроде как лично извинился за то, что ее выкинули. Так что в Steam она еще может и появится. Ну да, да, она в Steam доступна сейчас, в общем. Вот, в смысле, сбился. Мы только что говорили до Hatred, до Hotline Miami, Until Dawn. Вот, чем еще Until Dawn хорош, что наконец-то составит хоть кто-нибудь конкуренцию Telltale. Потому что они сейчас вот этот сегмент интерактивных историй под себя подмяли, и вот только один проект схожего рода недавно для себя нашел, и в Steam вышло, и на телефонах всяких игрушка называется Lone Wolf. «Одинокий вопрок». Тоже интерактивная книга, но там минус в том, что там действительно книга. Там надо читать. То есть там читаешь, потом трехмерный бой какой-нибудь, там ролевые элементы, но там очень много текста. И, ну, как по мне, так это прикольно, необычно, но кого-то это может отпугнуть, с учетом еще того, что нет русской локализации, насколько мне известно. Вот. Но вот Until Dawn вполне себе может... Так, знаете, здоровая конкуренция — это всегда хорошо. Вот. Да. Ну и на этом я предлагаю потихонечку заканчивать. Мы обсудили огромное количество тайтлов, почти 2 часа. Огромное спасибо всем, кто держался. Вас было немного, но это замечательно, что хоть кто-то это смотрел в прямом эфире. Собственно, я это еще размножу и на свой канал выложу, на основной, для того, чтобы посмотрел побольше народу. И просто вот низкий, огромный респект всем, кто писал вот это долгое-долгое время, там на протяжении больше месяца, как мы перестали делать стартуем, о том, что, мол, ребята, спасибо, вы делали замечательный продукт, чтобы вы вернулись и так далее. Вот правда, огромное спасибо, это действительно мотивирует и радует, что мы больше 1,5 лет своей жизни потратили все-таки, наверное, не зря. Да. И фиг знает, может быть, мы даже еще и вернемся, посмотрим. Да, всякое бывает. То есть мы в жизни не прощаемся, нам мы говорим до свидания. Когда это свидание будет, черт его знает, но мы не оставляем это больше. Вот. Да, но в любом случае, огромное спасибо всем за поддержку, потому что это действительно круто, радует, что вот то, что ты делаешь, то, что делаем, да, вот мы, оно действительно шикарно поддерживается со стороны людей. Потому что без этого нифига. Вот все это, все абсолютно... Не, ну нам по кайфу, конечно, побалакать. Вот, но главное, что есть поддержка, и кто-то это смотрит. Да, и вот в прямом эфире от 18 до 20 человек я следил, смотрела почти 2 часа какого-то физического бреда трех укурков.
Ну, ребята, вы как это, кремень, штаны нет. Я помню эту фразу с Крамира. Кто эти черти? Да, действительно. Кто эти черти? Вообще непонятно. Ладно, будем завершать. Мы уверены, что 2015 год будет не хуже. И действительно, может быть, мы еще и вернемся. Да, ладно, кого мы обманываем? Вернемся, конечно. В том или ином формате, на том или ином канале. Ну, в любом случае, кстати, вот для всех, кто смотрит, в описании есть наши ВК, можете подписываться и следить за обновлениями. Это самый простой способ узнать, когда выйдет там новое видео, например. Почему бы и нет? Вы не против, ну, если на вас будут подписываться? Так, сразу приношу извинения. Мне просто люди иногда добавляются, но я... как бы оставляю подписчиков, не обижайтесь, просто, ну, вот такой я. Вот. Если по каким-то вопросам обращаться, нет, нет, я, конечно, тиран, самодержец, вообще, как это, я Кир, царь Шумера и Ашада, царь царей и все такое, но на личное сообщение обращайтесь с любыми вопросами, отвечу, помогу, чем смогу, все такое. Ну да, Антон. Отступление. Ну да, так что всем большое спасибо и всем пока. Да, спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Да, всем спасибо, подписывайтесь на канал Влада, и всем пока.